Привет, привет, дорогие друзья! Уже одиннадцатый день осознанности, и сегодня задание выбросить или собрать все вещи, которые вы не носите на протяжении всего года, или вам они не нравятся. Собрать их все в одно место, можно в пакет, можно в мешок, можно в какую-нибудь сумку, и их или выкинуть, или продать, или отдать на благотворительность. Дело в том, что у нас есть много вещей, которые мы не используем, которые нам не нужны, но они почему-то хранятся у нас. Избавьтесь от них. Избавляясь от лишних вещей, вы избавляетесь от лишнего мусора внутри себя. Соответственно, то, как вы выглядите внутри, отображение того, как обстоят у вас дела в окружающем вас пространстве дома, на съемной даже квартире или где-то еще. Собственно, будьте осознанны, выбрасывайте ненужные вещи или продавайте, или отдавайте на благотворительность, и будьте осознанными. А я вам желаю хорошего дня. С вами был Олег Никифоренко, я наставник по медитациям, и до завтра. Пока-пока.